Любимый народ. Я не смотрел ни одного футбольного матча никогда за всю жизнь. Ни одного. Ни разу. Ну, то есть я, конечно, болею всегда. Я болею за все наши команды в любом виде спорта. Но я ничего никогда не смотрел, кроме боев Федора Емельяненко и боев Майка Тайсона. Это единственный вид спорта, который я еще в детстве смотрел фигурное катание.